сегодня как раз выпендривали электропоезд.
завтра отвернутся. Мы и так живем в Москве. А, просто я смотрю, все снимают, все уже. Да, всегда, каждый год. Нет, ты хоть лужу смотришь, где с аппаратами полностью. Это всегда, каждый год так снимают. Да. Thank you.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Павелецкая. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Сашечка, ты меня снял.